лесу росла чудесная елочка. Место у нее было прекрасное, воздуху, свету вдоволь. Кругом ее росли подруги постарше, сосны, ели. Елочке ужасно хотелось поскорее стать большой. Она не замечала ни теплого солнца, ни свежего воздуха. Не было ей дела и до крестьянских ребятишек, которые весело перекликались, собирая в лесу землянику и малину. Набрав полные кружки ягод, они присаживались под елочку отдохнуть и говорили: «Какая хорошенькая елочка, какая маленькая!» Но деревце и слушать не хотело таких слов. «Ах, если бы я была таким же большим деревом, как другие!» — вздыхала елочка. «Тогда бы я широко раскинула свои ветви, верхушкой заглянула бы далеко-далеко. Птицы вили бы гнезда в моих ветвях, а при ветре я так же важно кивала головой, как другие. И ни солнце, ни пение птичек, ни розовые облака, которые проплывали над ней, не доставляли ей ни малейшего удовольствия». Стояла зима. Все вокруг было покрыто ослепительно белым снегом. А по снегу нет-нет, да и пробегал заяц. Да еще иногда и перепрыгивал через елочку. Это было очень обидно. Прошло еще две зимы, и деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось оббегать его. Да, расти, расти, и поскорее сделаться большой и старой. Что может быть лучше этого, думала елочка. Осенью в лесу появились дровосеки. Они срубили самые высокие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха, когда на землю шумом и треском падали огромные деревья. Их очищали от ветвей, и они казались такими голыми, длинными, тонкими. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елочка спросила у них: «Вы не знаете, куда увезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали. Но один из аистов подумал, кивнул головой и ответил: «Да, пожалуй. По пути из Египта я встретил на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью». «А какое это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», – буркнул аист и улетел. «Ах, поскорей бы и мне вырасти и пуститься в море!» «Радуйся своей юности», – говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту! Радуйся своей молодой жизни! Радуйся, радуйся, радуйся!» И ветер целовал деревца, а роса проливала над ним слезы. Но елочка этого не ценила. Перед Рождеством срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки. Все они были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли. «Куда?» – спросила ель. «Они не больше меня, одна даже меньше.
И почему на них оставили все ветки? Куда их увезли? А мы знаем, зачирикали воробьи. А мы знаем, знаем. А мы были в городе и заглядывали в окна. Они попали в большую честь. Мы видели, их поставили посредине комнаты и как украшали. Золочёные яблоки, медовые пряники, игрушки и сотни свечей. А потом спросила ель, дрожа всеми ветками, что было с ними потом? А больше мы ничего не знаем, но это было чудесно. Может быть, и я вступлю на этот блестящий путь, мечтала ель. Это лучше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Ах, если бы я уже лежала бы на дровнях. Ах, если бы я уже стояла посреди комнаты, украшенная всеми этими прелестями. Радуйся нам, сказали ей воздух и солнечный свет. Радуйся своей юности. Радуйся лесному приволью. Радуйся, радуйся, радуйся. Но она и не думала радоваться, а все росла, росла, росла. И зиму, и лето стояла она в своем темно-зеленом уборе. И все, кто ее видел, говорили, какое чудесное деревце. Но вот пришло Рождество, и елочку срубили первую. Топор глубоко врезался в ее тело, и елочка со стоном упала на землю. Она почувствовала боль и слабость. Пришла она в себя только тогда, когда очутилась на каком-то дворе и услышала около себя мужской голос. «Чудесная елка! Как раз такую нам и нужно!» Ее подняли и внесли в огромную великолепную залу. Ее посадили в большую бочку с песком. Но об этом нельзя было догадаться, потому что бочку обмотали зеленой тканью и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет! Ну вот явились молодые девушки и стали ее наряжать. Вот на ветвях повисли маленькие сетки из цветной бумаги, полные сластей. Золочёные яблоки и орехи как будто сами выросли на ветках. В зелени закачались куклы, выглядевшие совсем как живые человечки. Таких елочка еще не видывала. Наконец, к ветвям прикрепили разноцветные маленькие свечки. Голубые, красные, зеленые, желтые, синие. А на верхушке большую звезду из сусального золота. Как это было прекрасно! Невыразимо прекрасно! Как засияет елка сегодня вечером, говорили все. Ах! Поскорей бы настал вечер, и зажгли свечи. А что же будет потом? Быть может, и другие деревья явятся сюда из леса, чтобы полюбоваться на меня? Быть может, к окошкам прилетят воробьи? А может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут и зиму, и лето? Что она знала? От напряженного ожидания у нее даже заболела кора. А это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Но вот зажглись свечи. Что за блеск?
Что за роскошь? Елка задрожала всеми ветвями. Весь этот блеск просто ошеломил ее. Вдруг двери распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Они становились как вкопанные, но лишь на минуту. А там поднялся такой шум, такой гам, что в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки и поминутно срывали с нее то одно, то другое украшение. Боже мой, что это они делают, думала елка. Что все это значит? Свечи догорели до самых веток, их потушили одну за другой, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него, только ветки затрещали. Не будь елка привязана к потолку, они просто повалили бы ее. Потом дети принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала, не осталось ли на ветках яблочко или пряника. «Сказку, сказку!» – закричали дети и потащили к елке маленького толстенького человечка. Он уселся под деревом и сказал: «Вот мы и в лесу. Пусть елка тоже послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Иведы-Аведы или про Клумпы-Думпы, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу?» «Про Иведы-Аведы!» – закричали одни. «Про Клумпы-Думпы!» – кричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла и думала: «А я разве не буду участвовать? Или мне уже нечего делать?» И толстенький человечек рассказал про Клумпы-Думпы, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу. Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Да, вот что бывает на белом свете, думала она. Она поверила всему, что услышала, ведь рассказывал такой симпатичный человек. Да-да, кто знает, может быть, я свалюсь с лестницы, а потом сделаюсь принцессой. И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами. О, завтра я не задрожу, думала она. Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про Клумпы-Думпы. И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Утром явились слуги. «Сейчас опять начнут меня украшать», – подумала ель. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака. «Что же это значит?» – думала елка. «Что мне здесь делать? И что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала. Времени на это было достаточно. Проходили дни и ночи, но к ней не заглядывал никто. «На дворе зима, — думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя снова посадить меня в землю. Вот и придется постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые и умные!»
Если бы только здесь не было так темно и так невыносимо пусто. Нет даже ни одного зайчика. А в лесу как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Как хорошо было. Даже когда они через меня прыгали, хоть это меня и сердило. А здесь так одиноко. Пи! Пискнул мышонок и выскочил из норки. Пи! Пи! За ним еще один, совсем маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать между его ветками. Пи! Холодно. Правда, старая елка? Я вовсе не старая, ответила ель. Есть много деревьев постарше меня. Откуда ты и что ты знаешь? Спросили мышата. Расскажи нам. Я самое лучшее место на земле. Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока? Войдешь туда тощим, а выйдешь толстым. Нет, такого места я не знаю, ответила елка. Но я знаю лес, где светит солнце и поют птицы. И она рассказала им о своей юности. Мышата не слыхали ничего подобного. Как же ты много видела? Как ты была счастлива? Счастлива? Повторила ель и задумалась о том времени, о котором рассказывала. Да, пожалуй, тогда мне жилось неплохо. Затем она рассказала им про тот рождественский вечер, когда она была разукрашена пряниками и свечками. О, запищали мышата! Какая же ты счастливая старая елка! Я совсем не старая, возразила ель. Меня взяли из лесу только этой зимой, я в самой поре. Как ты чудесно рассказываешь, воскликнули мышата, и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже хотелось послушать ее рассказы. А сама ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей стало казаться, что она пережила много хороших дней. Но они же вернутся, вернутся. И Клумпы-Думпы упал с лестницы, а принцесса все-таки ему досталась. Кто это Клумпы-Думпы? Спросили мышата. Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее от слова до слова. Мышата прыгали чуть не до самой верхушки дерева. В таком они были в восторге. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка совсем не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали восхищаться сказкой, как прежде. «Вы только одну эту историю и знаете?» – спросили крысы. «Только», – ответила ель, – «я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни». Тогда, впрочем, я этого не сознавала. Очень нудная история. А не знаете ли вы сказки про жир или сальные свечи? Нет? Про кладовую? Тоже нет? Нет, ответило дерево. Ну, счастливо оставаться, сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель осталась одна. А приятно было, когда резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы, вздохнула она. Вот и этому конец. Но уж теперь, когда меня вынесут отсюда, я не упущу своего и повеселюсь как следует. Но не так-то скоро это случилось. Но вот однажды утром явились люди прибрать чердак. Сначала они вытащили ящики, а за ними и елку.
Ее довольно грубо бросили на пол, потом поволокли по лестнице вниз. Ну, наконец-то для меня наступит новая жизнь, подумала елка. И правда, на нее повеяло свежим воздухом, блеснуло солнце. Все это произошло так быстро. Вокруг было столько нового и интересного, что она не успела даже взглянуть на самое себя. Теперь и я заживу, радовалась ель и расправила свои ветви. Боже, как они поблекли, пожелтели. Дерево лежало в углу двора, в крапиве, сорной траве. На верхушке ее все еще блестела золотая звезда. Во дворе весело играли те самые дети, что плясали вокруг елки в рождественский вечер. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду. «Посмотрите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» – крикнул он и наступил на ее ветки. Ветки захрустели. Ель посмотрела на молодое свежее цветение в саду. Потом поглядела на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке. Все прошло. Прошло, сказала бедное дерево. И почему я не радовалась, пока было время? А теперь все прошло. Пришел слуга и изрубил елку на куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало. И эти вздохи были похожи на негромкие выстрелы. Прибежали дети и уселись перед огнем. Каждый выстрел они встречали веселыми криками «Пиф-паф!». А ель, тяжело вздыхая, вспоминала ясные летние дни, звездные зимние ночи в лесу, веселое Рождество и сказку, единственную слышанную ею сказку про клумпы-думпы. И дерево сгорело. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Этот вечер прошел. Пришел конец елки, пришел конец и нашей сказки. Конец, конец. Всему на свете приходит конец.